глаз. Два, братва. Три, умри. Как тебя зовут, девушка? А тебя? Не важно, как тебя зовут. На вершине горы ты оставишь свое имя и получишь новое. Будь свободен. А ты? Я прошел испытание, и у меня есть доказательства. Узнаешь? Морен Смутьянки. Смертный приговор. Был бугай. У нас мало времени. Я займусь Имлерихом, а ты убей ведьм. А Валак говорил, они живут в корнях дуба. Исключено. Я иду за Имлерихом. Ладно, давай разыграем. Камень, ножницы, бумага. Пёсья кровь! Давай еще раз. И речи быть не может. Я иду наверх, ты идешь за ведьмами. Тоже мне задание. Они смертельно опасны. Береги себя. Ты тоже. Надо как-то спуститься. Зараза. Похоже, придется прыгать. Он прожил всю жизнь в любви и не знал горечи.
Приветствую, дитя старшей крови. Мы знали, что ты вернешься. Мы еще помним твой вкус. Хватит болтать. Имлерих наверняка на самом верху горы.
вместо силы сюда изливается магия. Сестры сказали, что ты придешь. Они видели тебя в воде. Они не разглядели девушки, но ты пришел с ней, верно? Да, мы оба здесь. Где девушка? Неважно, ты ее не достанешь. Я научил так драться. Ведьмак, которого ты убил. Да.
Получилось! С трудом. Как там внизу? Я убила только двух ведьм. Одна сбежала. С медальоном Весемира. Единственная вещь у меня от него оставалась. Хорошо, что мы сюда приехали. Я сразу знала, что у нас все получится. Теперь найдем Эридина и убьем его. О чем задумался? Думаю, что сказать Йеннифер, когда мы доберемся до Новиграда. Говори ей правду. Всегда. Интересно, Йеннифер и Трис нашли чародеек из ложи? Нам пора к ним. Дай мне еще минуту. Старый я стал, пока отдышусь. Ну да. Побудем тут еще немного. Ну так как? Отправляемся в Новиград? Дай мне минуту. Старый я стал, пока отдышусь. Побудем тут еще немного. Ну так как? Отправляемся в Новиград? Да, пойдем. Пора собираться. Дуб умер. И дуб, и ведьмы. Это был ваш последний праздник. А желуди? Не будет больше никаких желудей, придется вам жить без них. И что же теперь?
Это не ничья земля и не земля хозяек. Теперь она ваша. Так что нам делать-то? Пойдем. Нам пора. Решайте сами. Это не люди. Я думала, что охотники и храмовая стража охотятся на чародеев. Чародеи сбежали, и охотники нашли нового врага. Ненависть и предубеждение нельзя искоренить до конца. И в охоте на ведьм дело вовсе не в ведьмах. В такой охоте главное... Люди всегда опасались выродков. Едва чародеи покинули Новиград, гнев жителей обрушился на существ других рас. С давних пор самым страшным врагом для людей был вовсе не чужеземец, а сосед. У нас гости. Геральт, Цири. Когда я узнал, что Геральт тебя нашел... Я тоже очень рада, что ты жив, Людик. Где вас носило? Мы как раз разделались с ведьмами из Велина и с полководцем Дикой Охоты. О-о-о, вижу, утром вы потрудились. У вас такой жалкий вид, вам определенно надо отдохнуть. Это правда. Найдешь мне комнату? Ясное дело. Пойдем, ласточка, я тебя провожу. Геральт, давай попозже встретимся. Я умоюсь, а потом мне надо закончить одно дело. Я буду ждать тебя на рынке в Золотом городе. Ладно. Случилось что-нибудь интересное? Веселое Полли подхватило грипп, Мэтт Устрица получил нож под ребра, ну и с поставками Соденского тройного запаздывают. Люти, Йен и Трис должны были собрать ложу чародеев. Этим они и занимаются. Трис наверху ждет тебя, а Йеннифер пошла к Романошке Катарине. Йен в грязной портовой корчме? Зачем? Представь, она мне не докладывает. Ха! А этот ваш эльф... Занял рубиновые апартаменты. Тоже велел тебе передать, что ждет тебя. Ты отдал ему лучшую комнату? А он меня и не спрашивал. Я приготовил ему другую, но он на меня и не взглянул, сразу заперся в рубиновой. С тех пор он вообще не выходит. Почти ничего не ест, пьет только воду, а сказал одно. Я хочу знать, когда прибудут Двинблейд и Зираэль. Спасибо. Похоже, мне будет чем заняться. Куда спешишь? Куда? Дала бы я тебе скидку за...
Золтан? Да! Спасибо за беседу. До свидания. Знаешь? О, я знаю о тебе все со слов Лютика. Он только и рассказывает о тебе и о ваших приключениях. О походе на дракона. О том, как вы Сильвана в конопле перехитрили. О битве за мост и о том, как он спас тебя от убийц. Это я бы тоже как-нибудь послушал. Баллады и рассказы Лютика никогда не надоедают. Кто-то все удивятся, если я скажу, что сам Белый Волк их с радостью слушает. А теперь скажи, чем могу служить? Выпьешь что-нибудь или, может, сразу девочек позвать? Ну, покажи, что у вас хорошего. Ты здесь и раньше работал? У старшего Вилли? Не, я по объявлению пришел. Как там было? Требуется помощник в эксклюзивное заведение с изысканными развлечениями. Предпочтительно полный бакалавр с 10-летним опытом посещения таверн. Знание всеобщего, старшей речи и современной поэзии обязательно. Хм. А почему ты не остался в академии? Так я даже вступительных экзаменов не сдал. И в старшей речи ни шиша, ни смыслю. Но музицирую немножко. И, конечно, знаю наизусть все творения мастера Лютика. А, все понятно. Предлагаю сыграть в гвинт.
съешь за ночь. Я ошибся. Я дам спущиться, а не делать. Да как же так, рыбка? Тут же всегда был. Был да сплыл. Здесь новый хозяин. Так что закидывай свою удочку теперь в другом месте. Сколько ты берешь за ночь? Я ошибся. До три дня я солдат не одному. Эти все хотят сейчас. Да. Был бы сплыл. Здесь новый хозяин. Так что закидывай свою удочку теперь в другом месте. Привет, Трис. Ты рехнулся? Вы одни отправились на Имлериха? На шабаш? Как ты мог так рисковать, Цири? Цири должна была это сделать, и я не мог отпустить ее одну. На моем месте ты поступила бы так же. Кроме того, я бы никогда не допустил, чтобы с Цири что-то случилось. В пригородах мы видели, как жгут нелюдей. С каждым днем становится все хуже. В городе не осталось чародеев. Так что охотники нашли себе нового врага. Надо как можно скорее завершать все дела и уезжать отсюда. Как дела у ложи? Кто-нибудь из магичек будет нам помогать? Все не слишком здорово. Ида отказалась. Франциска ни за какие сокровища не покинет своего владеницы, пока вокруг война. Мы не знаем, что с Фрингилией. Связаться с ней не удалось. Остальные? Кейра, Маргарита, Филиппа? Кейра? Я думала, уж ты-то знаешь. Мало кто сумеет отказать чародейке. Кейра Мец всегда умела настоять на своем, так или иначе. Но когда она потребовала заметки чародея Александера, я отказал ей. В сущности, Кейре нужен был какой-нибудь импульс, чтобы начать новую жизнь. Она получила его совершенно неожиданным образом. В прошествии лет никто не помнил, что создательница лекарства от чумы Катрионы скрывалась под маской деревенской колдуньи. Я видел и менее подходящие пары. Надеюсь, у них все сложится хорошо. Я надеюсь, нам повезет найти Филиппу и Риту. Ты знаешь, что с ними? Йеннифер должна была узнать, где Рита, а я искала Филиппу. А Йена раскопала что-нибудь? Лучше ее спроси. Я была слишком занята делом Филиппы. И? Узнала что-нибудь? Несколько интересных вещей. Тебе короткую версию или длинную? Рассказывай все в подробностях. После побега из Локмуини она попала сюда, в Новиград. Попросила помощи бывшего любовника, чародея Артура Девлеестера. Девлеестер? Знакомая фамилия. Когда-то Филиппа выставила его на посмешище, и Артур решил отомстить. Убедил ее, что люди родовито будут искать чародеек, и что в облике совы она будет в безопасности, а потом надел ей на ногу кольцо из Двимирита. Вскоре начались преследования чародеев. Артура казнили, и его имущество выставили на торги. Так случилось, что на торги заглянул наш знакомый краснолюд. Золтан. То есть Филиппа все это время была у нас под носом? Именно что была. Пару дней назад Золтан проиграл ее в карты. Ты шутишь? К сожалению, нет. Появился здесь один человек. Ободрал Золтана как липку, а под конец предложил сыграть на сову.
Конечно, он выиграл, после чего вежливо поблагодарил за игру и вышел. Кто это был? Известно, где он живет? Не местный. Никто его не знает. У нас есть какой-нибудь след? У нас есть это. Это ее перо? Думаешь, провести дивинацию? Мы применим гидромантию и кое-какую ворожбу. Но для этого надо найти неприметный фонтан. Пожалуй, фонтану пассифлоры подойдет. Хорошая мысль. В путь. Это здесь. И правда, тихое место. Тогда начнем. Смотри на воду внимательно. Нельзя упустить ни малейшей детали. Граеме Эдуи, Робиме Гелле Афальте. Что это? Ничего. Водная картинка. Что? Не прерывай меня. Я должна сосредоточиться. Граеме Эдуи, Дайгнис Карле Эс. Пирхина, Айклете. Знакомое место. Баня. Дикстер, она у него. В его банях. Я мог бы догадаться. Это недалекое прошлое. Если она у Дикстры, всякое может случиться. Пойдем. Постой. Это первое изображение. Что это было? Ничего особенного. Не пытайся от меня отделаться. Я знаю, как действует гидромантия. Образ появился, потому что ты думала о нем. Это король Танкред предложил мне должность советницы при своем дворе в Ковере. Теперь понятно, почему на маяке ты вспомнила про Ковер. В этом видении был дом, а не королевский двор. Это дом, который ждет нас в Понт-Ванисе. Когда все закончится, когда мы победим охоту, а Цири будет в безопасности, я хочу, чтобы мы там жили. Вместе. Ты все так распланировала. Тебе это не нравится? Мне это нравится. Очень-очень. Я потом все расскажу. Сейчас надо идти за Филиппой. Ладно. Пойдем.